Итак, привет! Сегодня мы выступаем смешанным коллективом. Как девчонки, так и ребята. Как тебя зовут, говори в камеру. Варя. Варя, а тебя как зовут, Саня? Саша. А тебя как зовут? Лео. Лео Ву. Отлично, сегодня мы работаем с производителями кукол Лола, но с мужской, пацанской версией. Вот они, девчонки, сегодня называются Ready, Ready Robot. Что по-русски, как переводится Ready Robot? Готовый робот, робот готовый ко всему. Итак, сегодня мы распакуем мужской лол. И каждый возьмет его себе на память, да? Смотрите, так везде есть стрелка. Стрелка. Люди, значит, если не видите стрелку, оденьте очки, кто в возрасте коротает время. Вот, смотри, я уже открыл. Я помогу тебе, дружок. Итак, первая упаковка снята. Отлично. Ищем вторую подсказку. А вот она, стрелка номер два. Берем ловким движением руки. Упаковка превращается в открытую упаковку. И у Саши у первой в руках этот магический, я даже не знаю, как назвать эту фигуру. Держись. Вот. Разорви, порви ее. Порви, смотри, она совпадает по цвету с твоей шапкой. Очень хорошо развивает моторику рук у детей и чувство жестокости и беспощадности. Эта игра называется «Три руки», так называется в шахматах, когда одновременно несколько игр. Давай, только руками. Я помогу. Сам сказал. Вот, все открывает. Все для детей. Все. Давайте соберем тела. Пошли. Начали. Вот тело робота. Вставляем ему ноги. Ноги. Где у нас ноги? Смотрите, я установил ногу. Честь мне и хвала. Я установил ее неправильно. Очень я скажу, это серьезная нагрузка. Вот ты две ноги собрал. Молодец. Что у тебя по плану? 100% нога. Есть, вошла. Одна вошла. Давай вторую ногу. Отлично. Так, вторая нога, она входит. Вторая нога вошла. Мне уже повезло. Тебе повезло. Видишь, какой у тебя продвинутый юзер? Он сейчас все догадается и вставит. Переходим к самому главному. Это голова. И она, ты знаешь, что там специальное желе? Ну, давай достанем, смотри. Смотри, очень просто. Берешь молоток и бьешь по нему. Нужно отлепить липучку. А нажать? Ну, давай, помоги. Yes! Yeah! Вот она, слизь какая! Давай, сравнивай. Целлофанчик! Фу, какая слизь! Классная слизь! Ну давайте, срывайте целлофаны. Все, в слизи доставайте и устанавливай пилота сюда вовнутрь! Я уже... Ой, ужас какой! Ой, ужас, вот он где! Желе! Это для его сохранности! Давай, я достану тебе. Вот она же. Саша, ты такой... Я беру твое желе на себя. Так, внимание, устанавливаем сюда. И... Yes! И у тебя есть, посмотри. Ты вставил своего? Ты вставил? Покажите свои роботы, покажите в камеру, вот сюда покажите. Вот! И счастья нет предела. Все, до новых встреч.